«Угроза 1 октября». Встречайте, ведущие «Три» Виктория Панина, Илья Минин и гость программы футболист Сергей Юран. Доброе утро! Здравствуйте! Сергей, за вашу футбольную карьеру вы выступали и за сборную Советского Союза, и за сборную СНГ, за сборную России. Кроме того, у вас очень богатый тренерский опыт. Вот в связи с этим у меня вопрос. Скажите, чего не хватает нашей сборной сейчас? Может быть, новых, молодых, талантливых игроков? Или же проблема с руководством? А может быть, вообще проблема в чем-то третьем? Ну, не хватает поколения сейчас. То есть ушло поколение Киржакова, Аршавин. После нас, которое пришло, действительно здорово выглядели. И с третьими на Европе стали. Сейчас просто, как природа, еще не, ну, должна дать футболистов. Поэтому, к сожалению, я думаю, основная проблема – это вот именно смена поколения. Она немножко затянулась. Ну вот, кстати, о поколении. Да. Очень удачный вопрос сейчас будет от меня. Я считаю, два ваших сына занимаются футболом, увлекаются этим. Вот это просто увлечение, или они, как папа, все-таки будут заниматься профессиональным спортом? Ну, мне не принципиально именно, чтобы они именно стали футболистами, или у меня какой-то вот именно направленность. Самое главное, им нравится. И ради бога, если будет получаться, естественно, я как отец и как в прошлом футболист, и как тренер, конечно, помогу. Это развитие, это спорт, это не компьютеры, это улица. Все-таки, я думаю, это сейчас на данном этапе больная тема у нас и в стране. А давайте вспомним ваше детство. Ведь вы воспитанник луганского спортинтерната. И уже в 16 лет начали выступать за местный клуб «Зарю». Профессионально, да. Я стал выступать. И школа, интернат, я считаю, как и в жизни, и в спорте мне очень многое дает. И, кстати, вот и «Заря» Луганскую с «Манчестер Юнайтед» просто потрясающе играла. Позавчерашняя игра, да? Вчерашняя. 1-0 проиграли, но отдать должное все-таки «Манчестер» и «Заря» Луганская, это все-таки, скажем, небо и земля. Поэтому я хотел поздравить, хоть и проиграли, но в целом молодцы. 1-0 проиграть на Олд Траффорд, это многого стоит. Хорошо. А есть ли какая-то разница между системой подготовки молодых футболистов в то время, когда вы учились, тренировались, и сегодня? Есть, конечно, потому что вот даже немцы, они лет 15, по-моему, плюс-минус, они взяли нашу советскую школу подготовки у детей. Скопировали. Просто они это открыто говорят, это ваша школа, то есть это в каждом дворе, в каждой деревне, в каждом поселке школы занимаются футболом. И потом идут отфильтрация, отбор, и непосредственно уже там клубы смотрят. Мы, к сожалению, оттолкнулись от этого, и сейчас вот и испытываем вот и в этом момент то, что у нас смена поколения очень идет тяжеловато. Ну и плюс, конечно, в наше время не было это компьютеров, игр, которые сейчас, ну, детей просто не выгонишь. Я думаю, вот это тоже момент влияет. Но что это играть в футбол? Это зависит от родителей, я думаю, в большей степени. Да. Ну, позвольте, я все-таки вернусь к вам. Мы с Ильей тут на досуге посчитали, у нас плохо с арифметикой, но, тем не менее, за свою карьеру в качестве тренера и игрока вы, получается, работали, кроме России, в 10 странах. Вот у меня вопрос, как вам кажется, вот на ваш взгляд, в какой стране более трепетное отношение к футболу? Ну, я думаю, что это, ну, может, Германия, но Португалия, мне кажется. Потому что я просто расскажу вот быстро такую историю. Вот, у них на первом плане вот болельщика, вот португалец, у него стоит на первом плане, это любимый клуб, потом семья, потом работа. Поэтому здесь, я думаю, продолжать нечего, потому что это люди действительно, они фанаты, фанатеют. Немцы, вот где я играл, более сдержанные, там и в Англии тоже, а вот именно латины, испанцы, итальянцы, португальцы, то, что я видел в Португалии, это, конечно, многого стоит. Ну, я уверен, что для всех футболистов абсолютно всех стран самое главное все-таки это победа, как и для участников нашей лотереи. Ведь у нас выигрывают крупные денежные призы. Ну и нам пора приступить к розыгрышу 57-го тиража футбольной лотереи 6 из 36. Сергей, мы с огромным удовольствием вручаем вам билеты сегодняшнего тиража и желаем удачи. Держите. Спасибо большое. И напомним правила. А вам их расскажем, если вы не знаете. Обратите внимание. Да. На вашем билете уже отмечены 6 чисел. Вам лишь остается надеяться, чтобы 2 или более из них совпали с номерами выпавших из лототрона шаров. И чем больше у вас будет совпадений, тем крупнее выигрыш. Да, то есть смотрите, если в вашем билете совпадут все 6 зачеркнутых чисел, это значит, что вы, Сергей, выиграете суперприз и приз первой категории. Супер, спасибо. Итак, призовой фонд 57-го тиража футбольной лотереи 6 из 36 составляет 8 миллионов 232 тысячи
900 рублей. Накопленный суперприз сегодняшнего тиража составляет 6 миллионов 43 850 рублей. И если сегодня суперприз разыгран не будет, то более 6 миллионов рублей мы прибавим к призовому фонду и разыграем принудительно! Знаете, в нашей программе есть много замечательных традиций. Одна из них мы начинаем только в тот момент, когда наши гости вводят мяч в игру. Хорошо знакомый вам мяч, хорошо знакомые ворота. Мы просим вас, пожалуйста, гол. Игра началась. Шар номер 23. 26. Шар номер 26. 9. Шар номер 9. 1. Шар номер 1. 14. Шар номер 14. И последний шар номер 20. 20. Розыгрыш 57-го тиража футбольного 3,6 из 36 завершен. Ну а сейчас давайте узнаем результаты розыгрыша сегодняшнего тиража футбольного 3,6 из 36. Но прежде, друзья, давайте выясним, разыгран ли сегодня наш суперприз. Итак, 6 номеров из 6 сегодня не совпали ни у кого. И мы, как и обещали, разыграем принудительно наш суперприз. Это значит, что ваши выигрыши будут крупнее, чем обычно. Итак, 2 номера из 6 совпали в 34 765 билетах. Выигрыш 187 рублей на каждый выигравший билет. 3 номера из 6 совпали в 6901 билете. Выигрыш 561 рубль на каждый выигравший билет. 4 номера из 6 совпали в 539 билетах. Выигрыш 3740 рублей на каждый выигравший билет. И 5 номеров из 6 совпали у 16 участников. Выигрыш 37 405 рублей на каждый выигравший билет. И гарантированный суперприз следующего 58-го тиража составит 3 миллиона рублей. Поздравляем всех победителей! Сергей, ну еще одна замечательная традиция в нашей программе. Моя любимая, скажу вам честно. Мы просим наших гостей расписаться на нашем мяче. Пожалуйста. С удовольствием. И, конечно же, мы с большим удовольствием дарим вам билеты на следующий 58-й тираж футбольного 3,6 из 36, в котором вас вновь будут ждать многочисленные денежные призы. Эти билеты вам. Надеемся, вы спасибо станете нашим большое постоящим участником. Спасибо. Постоянным участником. Буду думать. Да, удачи вам, удачи, спасибо. Еще раз удачи. Друзья, ну а нас впереди ждет 201-й тираж жилищной лотереи. Мы вернемся после короткой рекламы. Увидимся совсем скоро. Не переключайтесь. Студии, где все готово к розыгрышу 201-го тиража жилищной лотереи. И сегодня в 201-м тираже мы разыграем сразу 7 квартир и огромное количество денежных призов. Поэтому давай скорее начинать. Мы желаем вам удачи. Итак, мы запускаем лототрон. 3, 2, 1, пуск! Итак, призовой фонд сегодняшнего тиража жилищной лотереи составляет 15 миллионов 418 100 рублей. Гарантированный суперприз сегодняшнего тиража составляет 3 миллиона рублей. В первом туре мы разыграем 210 тысяч рублей. И я хочу напомнить, что если первый тур закончится на 5-м ходу, то победитель получает не только приз первого тура, но и суперприз. Напомню, что в первом туре вам необходимо раньше других зачеркнуть все 5 чисел любой горизонтальной строки. Итак, мы ждем первый шар первого тура. Шар номер 49. 27. Шар номер 27.
18. Шар номер 18. 15. Шар номер 15. Внимание! Следующий ход пятый. А это значит, что прямо сейчас может быть разыгран наш гарантированный суперприз, который составляет 3 миллиона рублей. Итак, мы ждем пятый шар. Шар номер 86. Суперприз жилищной лотереи сегодня не разыгран. Его призовой фонд переходит в следующий тираж. Мы продолжаем первый тур. 52. Шар номер 52. 57. Шар номер 57. 39. Шар номер 39. Стоп-игра. Стоп-игра. В первом туре определились сразу два победителя. Они приобрели свои счастливые билеты в Омской и Рязанской областях. Каждый из победителей выиграл 105 тысяч рублей. Мы от всей души вас поздравляем. Переходим во второй тур сегодняшнего тиража и приступаем к розыгрышу 7 квартир. Напомню, что во втором туре необходимо раньше других зачеркнуть все 15 чисел либо верхней, либо нижней игровой карточки билета. Запускаем лототрон. Шар номер 54. 69. Шар номер 69. 40. Шар номер 40. 62. Шар номер 62. 50. Шар номер 50. 51. Шар номер 51. 11. Шар номер 11. 61. Шар номер 61. 43. Шар номер 43. 78. Шар номер 78. 37. Шар номер 37. 10. Шар номер 10. 77. Шар номер 77. 56. Шар номер 56. 26. Шар номер 26. 38. Шар номер 38. 70. Шар номер 70. 75. Шар номер 75. 19. Шар номер 19. 63. Шар номер 63. 82. Шар номер 82. 73. Шар номер 73. 33. Шар номер 33. 21. Шар номер 21. 32. Шар номер 32. 13. Шар номер 13. 46. Шар номер 46. 64. Шар номер 64. 66. Шар номер 66. 6. Шар номер 6. 80. Шар номер 80. 14. Шар номер 14.
79. Шар номер 79. 7. Шар номер 7. Я напомню, что во втором туре мы приступили к розыгрышу 7 квартир. 23. Шар номер 23. Стоп-игра. Стоп-игра. Во втором туре выиграли 2 билета, приобретенные в Иркутской и Оренбургской областях. Каждый из победителей выиграл квартиру. Поздравляю вас. Приступаем к третьему туру сегодняшнего тиража и продолжаем розыгрыш квартир. Напомню, что в третьем туре выигрывают билеты, в которых все 30 чисел раньше других совпадут с номерами выпавших из лототрона шаров. Итак, удачи и запускаем лототрон. 34. Шар номер 34. 4. Шар номер 4. 90. Шар номер 90. 65. Шар номер 65. 25. Шар номер 25. 67. Шар номер 67. 55. Шар номер 55. 68. Шар номер 68. 59. Шар номер 59. 31. Шар номер 31. 28. Шар номер 28. 89. Шар номер 89. 48. Шар номер 48. 85. Шар номер 85. 81. Шар номер 81. 42. Шар номер 42. 35. Шар номер 35. 45. Шар номер 45. 3. Шар номер 3. 71. Шар номер 71. 22. Шар номер 22. 36. Шар номер 36. Стоп-игра. Стоп-игра. В третьем туре выиграл 1 билет, приобретенный в республике Мари-Эл. Ваш выигрыш – квартира. Вот вы знаете, на улице сейчас как-то зябко, ну вот, откровенно говоря, очень холодно. А я желаю, чтобы в вашем доме всегда было очень тепло. Поздравляю вас! Переходим в четвертый тур сегодняшнего тиража. Продолжаем розыгрыш квартир. Продолжаем разыгрывать квартиры. Запускаем лототрон. 47. Шар номер 47. Стоп-игра. Стоп-игра. В четвертом туре выиграли 2 билета, приобретенные в Смоленской области и Москве. Каждый из победителей выиграл квартиру. От всей души вас поздравляем. Счастья вам в вашей квартире, в вашем доме. Итак, начинаем пятый тур. Нам осталось разыграть еще 2 квартиры. Еще 2 квартиры, друзья. Удачи абсолютно каждому из вас. Запускаем лототрон. 76. Шар номер 76. Стоп-игра. Стоп-игра. В пятом туре определились 3 победителя. Стоимость оставшихся на сегодня 2 квартир делится между ними. Таким образом, каждый из победителей выиграл 666 500 рублей. Неплохая сумма. Действительно, Илья, я с тобой абсолютно согласна. И поздравляем вас от всей души. Ну а сейчас нам осталось разыграть оставшиеся денежные призы. И размер выигрыша, друзья, вы будете видеть на своих экранах. Запускаем лототрон. 88. Шар номер 88. 16. Шар номер 16. 1. Шар номер 1. 20. Шар номер 20. 5. Шар номер 5. 41. Шар номер 41. 17. Шар номер 17.
58. Шар номер 58. 29. Шар номер 29. 12. Шар номер 12. 87. Шар номер 87. 60. Шар номер 60. 84. Шар номер 84. 44. Шар номер 44. 2. Шар номер 2. 53. Шар номер 53. 83. Шар номер 83. 74. Шар номер 74. И шар номер 30. Шар номер 30. Стоп-игра. Стоп-игра. Это был последний ход 201-го тиража жилищной лотереи. Поздравляем всех победителей. Ну а сейчас пришло время узнать и проверить, какие шары сегодня из лототрона не выпали. Будьте, пожалуйста, предельно внимательны. Это шар номер 8, шар номер 9, шар номер 24 и шар номер 72. А теперь напомню вам, что эти номера зачеркивать в своих билетах не нужно. Просто проверьте, если ни одного из этих номеров в вашем билете нет, это значит вы выиграли! 201-й тираж жилищной лотереи завершен. Сегодня выиграло 57 047 билетов. Всего было разыграно призов на общую сумму 14 695 290 рублей. И гарантированный суперприз следующего тиража составит 3 миллиона рублей. Дорогие друзья, ровно через неделю в 202-м тираже жилищной лотереи мы разыграем 8 квартир и множество денежных призов. Кроме того, наш следующий тираж будет посвящен Всемирному дню почты. Именно в отделениях Почты России вы можете приобрести билеты государственных лотерей. Кроме того, это можно сделать круглосуточно на нашем сайте stoloto.ru, также в лотерейных киосках вашего города и в салонах «Связной» и «Евросеть». Друзья, знаете, что мы хотим вам сказать? Не бойтесь, смело берите за решение квартирного вопроса, а ответ на него подскажет жилищная лотерея. Не забывайте, у нас выигрывают! На сегодняшней программе «Жилищная лотерея плюс» завершает Марк Тишман. С песней «Пьяные счастливые». Счастливые, как мы с Викторией. До встречи, друзья, ровно через неделю. Пока! Выйду я на улицу, ой, как небо хмурится, и дожди вон зарядили. Мама, ну зачем меня вы в климате таком родили? Люди мы веселые, городами, селами вместе собираемся, и душою непростой вот так отогреваемся. Пьяные и счастливые вместе навсегда, девочки красивые, парни хоть куда. Пьяные и счастливые, все нам нипочем, а если друг попал в беду, подставь ему плечо. Кофею и хрустящий круассан, и по району я шагаю, будто я не здесь, а там. Мне улица моя родней, ведь встречу я на ней друзей. Валя, Саня, Рома и я, а ну зато когда мы вместе, не страшна нам ностальгия. Пьяные и счастливые вместе навсегда, девочки красивые, парни хоть куда. Пьяные и счастливые, все нам нипочем, а если вдруг попал в беду, налей ему еще. Жизнь-то полосатая, ой, бедная.
бедная, богатая, но богаче в ней не жмут. А кто по жизни людям добрым все же больше отдает. Пьяный и счастливый вместе навсегда. Девочки красивые, парни хоть куда. Пьяный и счастливый, все нам нипочем. А если вдруг по